Подпишись на канал. Друзья, добро пожаловать на Геймстази. Зовите меня Джекман, мы продолжаем проходить второго Ведьмака. Давай поподробнее посмотрим, что же я такое взял из сундука. Чертеж штаны старшей крови. Броня плюс 3. Снижение магического урона плюс 10%. Сопротивление горению плюс 30%. Сопротивление кровотечению плюс 30%. А на мне что сейчас? Превосходные нильфгаардские кожаные штаны. Сопротивление горению плюс 20%. Сопротивление кровотечению плюс 30%. Ну, штанцы старшей крови будут получше. Надо будет их сделать. Также мы взяли меч Адан Дейтс, это серебряный меч, урон 45-50, кровотечение плюс 30%, урон призраком плюс 4%, адреналин при попадании плюс 2%, шанс убийства с одного удара плюс 2%. А я сейчас использую Дейтвен, урон 44-48, урон крупным чудовищем плюс 25%, урон горгулием плюс 25%. Ну... У Дейтвена хоть и общий урон поменьше, чем у Адана Дейта, но у него зато очень хороший урон Гаргулия. А я сейчас выполняю заказ на Гаргули, и мне выгоднее будет сейчас использовать Дейтвен. Так что выполним заказ на Гаргули и поменяем меч на Адан Дейта. А пока ходим с Дейтвеном. В смысле перегружен. Так, у меня 8 килограмм лишнего веса. Надо что-то выбросить. Забытый меч Вранов, 10 килограмм. Но он стоит 118 аренов. Жалко выбрасывать, лучше продать. Крепкий меч с голубой метеоритной рудой весит 5 килограмм. Его выбрасывать смысла нет. А здесь есть поблизости торговец какой-нибудь, нет? А, так есть, вон. Недалеко. Аж 4 штука. Сейчас пешочком дойдем, продадим. Вообще, этот заказ на Гаргули достаточно сложный квест. Без каких-либо указателей на карте, без каких-либо подсказок, где искать, нам приходится искать вот эти вот места с гаргулями, с печатями. Приходится бегать по всей локации и заглядывать в каждый уголок, блин. А потом еще... Нужно подобрать правильную комбинацию тушения этих знаков. Там, конечно, была подсказка, но эта подсказка мне ни хрена ничего не подсказала. Мне пришлось перебрать кучу вариантов, чтобы найти верный. А нам еще таких два места надо найти, блин. Ой, чувствую я, что эта серия будет посвящена заказам на Гаргулий. Так, Назар. А что ты... Назар! Прошу вас, располагайтесь. А, ты что ли торговец? Я думал, Назар. Купи-ка у меня меч. И еще один меч купи мне. Что еще можем продать? Да и все. Нормально. Сейчас я преподам... Давай смотреть, где могут примерно находиться гаргулии. А вот здесь могут находиться. Вот здесь вот могут находиться. Это тимерский лагерь. Где-то вот здесь может быть. Где-то вот здесь могут. Блин. Я показал все места на карте. Так, как нам сюда попасть? Или вот сюда? Здесь... Вот есть какой-то проход. А тут вот какая-то лестница вниз есть. Тут стена. Тут вот арки. Ну, надо как-то сюда вот пройти. Так вот идти. Потом сюда зайти. Здесь стена. Нет, так мы сюда не попадем. Сюда можно попасть вот. Если выйти за стену, да? А. Нет, если мы выйдем за стену, то мы не сможем сюда попасть, потому что здесь не пройти. Хм. А как? Как сюда попасть-то?
Через вот это здание, что ли? Ну, тут просто есть какой-то проход, вон, я вижу. Ну, а как в это здание попасть, я не понял. Может, вход с той стороны? Так, вот сейчас сюда мы зайдем, посмотрим. Последний? Но ведь... Молчать. Конетабль Ян Наталис? Интерекс Иоанн Наталис исполняет обязанности регента. Тут вообще тупик, блин. Поверить, он военный, а не политик. Нет ничего удивительного. И что делать? Они были готовы вцепиться друг другу в глотку. Поэтому без вмешательства постороннего человека... Так. Ну давай попробуем сюда вот. Да блин, карта, ну цеп... Ну чё ты... Не это. Так. Вот здесь есть проход. Сюда заходим. Идем. Так, это куда-то сюда. А что здесь? Здесь тоже не пройти. Хотя нарисован проход, а прохода нет. У меня, видимо, какая-то старая карта, да? Которая показывает, ну, когда город был целый. Потому что какие-то проходы есть, а эти проходы все завалены. Ну, видишь, здесь проход есть, а его нет. Давай ардом долбанем. Пусик. Я чуть пусика не ударил, да, ардом? Нет. Ну, здесь нет никаких проходов. Еще в прошлой серии я здесь вроде все смотрел. Эти ворота закрыты. Блин, ну пойдем в других местах искать. Ой, как это бесит. Много? Да не, Гера, давай вот с этим поговорим. А, с ним вообще нельзя взаимодействовать, да? Что за дверью? Открыто, нет? Открыто. Нихера хоромы. Тут какой-то алхимик, что ли, обитает? Есть кто дома, нет? Есть что? Вроде ничего нет. Ну-ка, тут что? Опачки. Печати где? А где печати? Ну смотри, сундук такой же, светящийся. Круг, свечи. А, тут надо свечи, наверное, поджигать как-то. Геральт, поджигай. Тут, видимо, одна большая печать. А где горгульи? Вот нашел второе место. Ну, смотри, такой же сундук. Также защищен магией. Вот печать огромная. Тут, скорее всего, надо в правильной последовательности поджечь свечи. Либо какие-то из них поджечь, а какие-то нет. И подсказки никакой нет. Ладно, пойдем внизу. Повнимательнее все посмотрим, может, что-нибудь найдем. А, это дом Филиппы Эльхарт. Это дом магички. Филиппа. Так, тут дверь. Так, а тут вниз пойдем, да? Не, подожди. Сначала там посмотрим. О, какой... 3-4 арена. Чешуя дракона. А где со... Что это такое на столе? Заметки Филиппы Эльхарт.
Давай посмотрим. А, вот, наверное, эти свечи, да? Магический круг состоит из 5 свечей, размещенных в единственно верной комбинации. На воссоздание этой комбинации мне потребовалось некоторое время. В ходе изыскания мне удалось прийти к некоторым выводам. Возможно, следующие комбинации. Так. У меня есть комбинация. Сейчас, наверное, я смогу зажечь свечи. Мы еще арены подберем. Еще что-нибудь, нет? О, в шкафу что-то есть. Тимерские офицерские сапоги, тяжелые кожаные штаны. А что это у Филиппа Эльхарт в шкафу делают мужские штаны и сапоги? В спальне причем. Кто-то у него в шкафу, видимо, прятался. Ну, в смысле, у нее любовничек, наверное, был. И у нее есть мужчина. Ее мужчина вернулся домой. А любовничек спрятался в шкафу. Потом она своего мужчину отвлекла. А любовничек в попыхах убежал, даже не надев штаны и сапоги. Так, ладно. Давай внизу посмотрим. Может быть, она где-нибудь там внизу в подвале свои чародейские вещи делает. Катакомбы под лоб Муини. Нихера себе. Мне в комментариях писали, что в канализации в Локмуини надо выполнить этот квест «Мистическая река». Здесь, скорее всего, сейчас будут утопцы всякие. Борец. Что-то вообще никаких монстров нет. Видимо, Филиппа Эльхарт здесь все зачистила. О, кто-то лежит. Заперто. Блин, а где ключ взять? Вон там кто-то лежит. Черт. Ладно, пойдем назад. Сейчас откроем сундук наверху. Может быть, в сундуке лежит ключ, не знаю. Хотя это очень глупо. Если там будет лежать ключ. Ключ, скорее всего, у Филиппа Эльхарт. Ее надо найти. А она, скорее всего, в амфитеатре. Со всеми остальными там магами. Так. А чё, Геральт, поджигай. Не может быть. Нет, да? Ну, я не знаю тогда. Ну, это же явно еще одна печать. Потому что здесь такой же сундук. Вон, смотри, огромная печать. Не знаю, короче. Что-то не работает. Блин, надо еще ключ, видимо, найти какой-то. Заперто. Что? Покиньте башни, разбейте хрустальные шары. За погляд ну-ка, я тоже не давай-ка поговорим вот с этим чуваком. Может, он сейчас что-нибудь новенькое скажет нам. Расскажи что-нибудь о горгульях. Ничего он полезного нам не рассказывает. Давай перекинемся в кости. А, нафиг, не хочу. Береги себя. Ладно. А он? Так, я не понял, а... С ним недобря саму. Это мы сейчас к Родовиду пойдем. А нам лучше сейчас на глаза Родовиду не попадаться. Но через Родовида мы сможем попасть вот сюда.
придется идти. Но мы это, окольными путями как-нибудь. Он же сейчас меня спросит, где типа Анаис и все такое. А, понятно. Приветствую, кем бы ты ни был. Я ведьмак. Ты мне не нравишься, держись отсюда подальше. Мне не нравишься, держись отсюда да, подальше. Да, чё я вам не нравлюсь, я же нормальный пацан, чё ты? Отправился в зиму, в самый разгар восстания. Не стал слушать советников. Рик. Отказался от телохранителей. Что ж, он может сам постоять за себя. Фольтесты и Тимофен тоже из... могли. Какое у него сложное имя? Приветствую. Убирайся! Так. Тут а чё? Он? А, хавальня. Где мои штаны? Ты мне не нравишься, держись отсюда подальше. А, где твои штаны? Вот, значит, чьи штаны я нашел в шкафу у Филиппы Эльхарта. Не нравится мне здесь. Приветствую, кем бы ты ни был. Здравствуй. Так. О, сундучок. Орешки. Хорошо. Так, а что-то Родовида не видать? Он, наверное, тоже в амфитеатре. Или он там где-то? Убирайся! Не ори. Заперто. О! Усиление получил для меча. Ну, блин. А, вот я сюда попал. Короче, сюда так не пройти. Убирайся! Все, все, ухожу, не ругайтесь. Все равно у вас тут делать нечего. Гаргули вас тут нет. Чего тебе здесь нужно? Гаргули мне нужны. Твоим услугам. Да что ты? Заперто. Ох, погожий денёк сегодняшка. Могучий... А, могучий Нума! Это с тобой, что ли, надо на руках побороться? Типа супер крутой армрестлингист? Ну-ка давай, сейчас сохранюсь. А это кто? Чё? Подожди, я не могу прочитать. Кто? Маркус. Стой, я сам угадаю. Перед тобой могучий Нума! И я его ученик. Так неинтересно. Могучий Нума ломает шеи быкам, гнет подковы и побеждает любого Нума! Секрет его силы в грибах и травах, выросших в Эландере и собранных юными девами за час до рассвета. Ты можешь купить их по самой выгодной цене. Покажи. Так... рецепт. Зелье Стамельфор. Да. Здоровье минус 50, нахер надо. А чё вообще, чё даёт он?
Сила знаков плюс один. Херня какая-то. Рецепт масла. Все что ли? Ничего интересного, да, у тебя? Так, Нума. Потерял что? Ты и есть могучий Нума. А кто спрашивает? Тот, кто хочет посмотреть, так ли ты могуч. А ты в цирк приходи да смотри. Меня там цепями связывают, а я их разрываю. Языком мести ты и вправду могуч. Ты меня достал. Нихрена охренел. Выкладывай денежки и давай свою лапу. Прям кулаком мне в лицо. Ох, какая хорошая ставочка. Ну давай. Я любопытный. Ни хрена себе. Это что такое? Тихо. Слушай, это нереально. Давай. Не, Геральт, ты что, Геральт, охренел? Да, блин, Говорят, будто ведьмаки сильные ребята, а ты клоуну задницу не надерешь. Ты мухлюешь? Ты ж какие-то грибы ешь, блин. Адам Панград предупреждал, что ты обманщик. Да что эта продажная девка может знать о могучем Нуме? Продажные девки в таких вещах разбираются. Такую силу можно развить, только сидя на эликсирах. Ядрись ты конем! Ты же сам набит эликсирами, как говно мухами! На поединок я вышел чистым. Ты водишь людей за нос. Тебя нужно звать Лживый Нума. Еще одно слово скажешь. Охренел, что ли? Я тебе его в глотку так вобью, что из жопы вылетит! Не, ну Геральт, конечно, немножко мухлюет, говоря, что я выхожу чистым. Геральт же он мутант, он в принципе, ну, сильнее любого мужчины, быстрее любого мужчины. Ну, в смысле, любого человека обычного. Так что, Геральт, ты тоже мухлюешь, если что. Не успеешь. Не успеешь. Без головы много не навоюешь. Ну, мутант, покажи, что умеешь. О, аж так. Тихо, вот так вот получи, тварюга. Так. Оп. Так. Опа! Цепи он рвет. Отпусти! Хватит! Я больше не буду. Теперь все будет по-честному. Вот так тут. По-честному, значит, был все, да? Потерял что? Вот, хотел заработать пару аренов. С могучим Нумой ты только бабло впустую потратишь. Ты вор? Мне незачем воровать, я на руках любого сделаю. Желаешь убедиться? Давай. В этот раз я не буду ставить 200. Я любопытный. Во, вот это нормально. Вот это я понимаю. Так слушай, может быть лучше загрузиться мне сейчас тогда? Да, сейчас загружусь. Тут 200 проиграл, 100 выиграл. Сиськи Мелители! Меня еще никто не побеждал! Все когда-нибудь случается в первый раз. Я дам тебе подарочек, чтоб не трепался, мол, победил могучего Нуму. Если узнают, что я проиграл, меня выпрут из цирка. Могучий Нума должен быть непобедимым. Так что держи вот и не распускай язык. Ладно, спасибо. Договорились. Но мы сейчас загрузим. И сделаем все правильно. Деньги жалко, блин. Стой. Стой сюда. Так, мы разговаривать не будем, да? Ты меня обиделся, что ли? А чё? Почему я не могу с ним поговорить? Слышь ты, Нума.
А, может быть, у меня автосохранение. Понятно. Сейчас. Вот, вот. Я не там загрузился немножко. Сработало автосохранение после победы над Нумой. Вот. И я загрузился с того момента, где я его уже победил. Потерял что? А сейчас загрузился правильно. Ты давай. Есть могучий Нума? А кто справ... Так, ладно, мы это все пропускаем. Здесь ставим 100. Здесь даже, наверное, пытаться не стоит. Сразу проиграем. Так ты смотри. Тут вообще никак не победить, это нереально. Говорят, будто... Так. Ты мухлёешь, надо... сволочь. Не успеешь. А, сработало что ли устрашение? Ладно. Сюда иди. Сюда иди. Сюда иди, все по-честному должно быть. Давай. Да блин, не с тобой я хотел базарить. Нума. 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 Да блин, отстань ты от меня, дрищ. Мне Нума нужен. Потерял. Вот. Вот, ты. Так, теперь ставим 200. Я любопытный. Вот. Спокойненько. Как будто по парку прогуливаемся. Я даже могу туда не смотреть. Я смотрю тебе в лицо, в твои глаза и побеждаю. Смотри. Так, немножко проигрываю. Ладно, хватит вытребоваться. Это же все-таки могучий Нума. Не получилось у меня вытрепнуться. Все-таки пришлось смотреть на экран. Милители! Меня еще никто не побеждал! Все когда-нибудь случается в первый раз. Я дам тебе подарочек, чтоб не трепался, мол, победил могучего Нуму! Если узнают, что я проиграл, меня выпрут из цирка! Могучий Нума должен быть непобедимым, так что держи вот. И не распускай язык. Ладно, спасибо. Так. Хорошо. Борьба на руках. Задание выполнено. Все. Больше ничего нет, да? Тоже, наверное, заперто. О, нет, смотри-ка, отперто. Куда это ведет? Так, давай-ка сохранимся. Опачки. Это либо гнилец, либо утопец. По звуку не могу определить. Память старых лет. Дать стражу верный пароль. Нигбит. Мне этот что-то говорил, чувак, который должен заплатить за горгулей. Что-то там, типа, в обратном порядке как-то. Так, ладно. Давай-ка сохранимся. Нигбит. Не ебет, говорит. Ну так-то он говорит, не бит. И я скажу, не бит. Нет. Не бит. Ну давай сверху. Так, что-то получилось, да? Я сказал зи. Теперь скажу еха. Не бит. Зи. Еха не работает, не бит. Нигбит. Ой. Зи. Гад. Нигбит. Зи. Удузи. Нигбит. Зи. Удуа. О, сработало. Зи удуа. Канпа.
Нигбит? О, это будет сложно. Зи. Удуа. Ну, ла-ла. О, ла сработала. Зи. Удуа. Ла-ла. Еха, попробуем. Нигбит? Зи. Удуа. Ла-ла. Нигбит. Нигбит? Зи. Удуа. Ла-ла. Гад. Сработало. Удузи. Нигбит? Зи. Удуа. Ла-ла. Гад. Удуа. Нигбит? Тут, наверное, нельзя, чтобы повторялись. Зи. Удуа. Ла-ла. Гад. Канфа. Нигбит? Зи. Удуа. Ла-ла. Гад. Так, канфа, по-моему, не сработала, да? Еще раз ла-ла, что ли? Или зи? Нигбит? Зи. Удуа. Ла-ла. Нигбит? Давай так в обратку пойдем. Зи. Удуа. Ла-ла. Канпа нет. Удуа нет. Удузи я пробовал, нет? Нигбит? Так. Зи. Удуа. Ла-ла. Удузи гад. О, гад. Ла-ла, гад. Нигбит. Нет. Нигбит? Ай. Нигбит? Торопился. Зи. Удуа. Ла-ла. Гад. Еха. О, еха. Еха. Зи. Нет. Нигбит? В общем, не повторяемся. Зи. Удуа. Ла-ла. Гад. Еха. Не бит. О, не бит. Так, сейчас либо удузи, либо компа. Удузи или компа? Давай компа. Компа. Удузи. Так, ладно. Зи. Удуа. Ла-ла. Гад. Еха. Не бит. Удузи. Удуа. Канпа. А, я, блин, теперь не знаю, что нажать. Канпа. Канпа. Удузи. Так. Что-то меня притянуло. Нигбит. Зи. Удуа. Ла-ла. Агат. Еха. Канпа, по-моему. Нет. Нигбит. Зи. Удуа. Ла-ла. Гад. Еха. Не бит. Не бит. Канпа. Может быть, зи. Нигбит. Нигбит. Зи. Удуа. Ла-ла. Гад. Еха. Не бит. Канпа. Удуа. Ниг. Зи. Удуа. Ла-ла. Гад. Еха. Не бит. Канпа. Удузи не работает. Ну да гад. Гад. Удузи, давай попробуем. Сработало. Ништяк. Пойдем посмотрим, что тут.
Так, Тити, подожди, подожди, сначала сохраниться. Вроде никого. Так, огонь. И чё? Заперто. Огонь. Просто все. Смотри-ка, разгадал. Опа! Опа, кто там? Ну. Это ж не злодей, да, какой-то? Ну, мы все-таки сохранимся. Приветствую тебя, избранный. Кто ты? Древние доверили моей душе хранить важнейший артефакт и награждать им тех, кто назван избранными. Никто не назвал меня избранным. Так что умеет этот артефакт? Я хочу выйти отсюда. А что умеет этот артефакт? В чем заключается действие этого артефакта? С его помощью я могу до некоторой степени исправлять ошибки прошлого и направлять умения избранного так, чтобы они больше отвечали его желаниям. Но помни, все в природе имеет свою цену, и для каждого она своя. Ты готов? В смысле? Какую цену? Я так понимаю, он может сделать так, что у меня все таланты как бы стерутся. Ну, в смысле, ну, как это сказать? В общем, то, что я сейчас у Геральта прокачал, это все обнулится. И все очки, которые я там собрал, они снова будут в талантах. И потом, и я смогу потом перераспределить все это, в общем. Так, как я сейчас захочу. Да? Думаю, я и сам смогу воспользоваться артефактом. Ну, лучше я сам. Но опять же, мне кажется, ему не понравится такой ответ. И он мне вообще ничего не даст. Давай, я же сохранился, давай для проверки. Начинай. Вот, все умения Геральта обнулились. Я же говорю, вот 32 у меня этих талантов. И сейчас я смогу перераспределить. Но я ничего не хочу перераспределять. Меня устраивало то, что у меня было. Ничего не хочу. Так, ну-ка. Не-не-не-не-не-не, подожди, не-не-не-не, давай это самое, загрузимся. О. Не хочу я ему никакую цену платить за это. Приветствую тебя, избранный. Кто ты? Так, никто не назвал меня избранным. В чем заключается действие? Так, давай так ответим. Ну, я думаю, что это. Ему не понравится такой ответ. Думаю, в моих руках эта вещица принесет больше пользы. Алчный, слепой глупец. Умри. Ой, жарит сволочь. Ах ты сволочь. Тихо. Тихо. Блин. Сложно. Ну, ладно, мы ему так не будем отвечать. Ему не понравилось. А мне этот артефакт нафиг не нужен. Приветствую тебя, избранный. Кто ты? Древние доверили мне. Так, никто не называл меня избранным. Никто не называл меня избранным. Тогда ты здесь незваный гость и понесешь должное наказание. Умри. Охренел? Так, нет. Вот он, маг. Нам нужен другой меч. Тихо. Сейчас горгули придут. Ау. Блин. Горгули пришли. Так, где мне ар? Ай, ай,
Ай-яй-яй. Ай, назад! Не, слушай, что-то сложный чувак вообще. Нахрен с ним драться вообще? Ты как бы, блин. А что еще можем ему сказать? Ну-ка. Привет. Так, так не надо ему отвечать. Я хочу выйти. Ну-ка, подожди, еще какой-то вариант был. А, просто нет? Я не думаю, что готов к этому. Значит, ты не будешь готов никогда. Прощай навсегда. Выкинул меня, что ли? Ну ладно, меня устраивает такой вариант. Этап задания закончился провалом. Почему провалом? Я просто не хочу. Не, подожди. Еще один вариант. Попробую. Я хочу выйти отсюда. Я хотел бы выбраться отсюда. Те, что отвергают величайший дар древних, обрекают себя на вечное изгнание. Прощай. Ты больше никогда не вернешься сюда. Задание все равно провалено. Ну и насрать. Так, ладно, давай здесь походим. Поищем, может быть, здесь мистическая река есть. Ничего нет. Тихо! Так, слушай, а давай, может быть, кошку используем? Блин, здесь кто-то обитает. Рычит прям. Так. Дириад. Доспехи из... Тоже прикольно. А, вот мистическая река. Что за доспех такой интересный? Из Исгита. 26! Крутотень! Ну, у меня сейчас вообще жесткий перегруз. Ну и хрен с ним. Буду ходить пешком. Тут еще что-то было. Вон дяденька лежит. Сабля. А если у меня будет очень сильно перегруз, то что, Геральт будет просто так. Чертеж и доспехи из Биг. Что за такой чертеж интересный? 24. Не, ну те, что сейчас на мне, они лучше. А меч 25-32. Сабля 11-15. Ну, мечи, конечно, говно. Так, заперто, короче, уходим. А, здесь потому что больше никуда идти. О, смотри, какие прикольные эти наплечники. Прикольный доспех. Еще бы какие-нибудь классные перчатки под эти доспехи подобрать где-нибудь. Тут поблизости есть торговец, мы ему сейчас все продадим. Все будет нормально. Этому Маркусу. Он хоть и продает только ингредиенты, но я думаю, что он и доспехи купит, и мечи купит, все купит.
Не, ну в принципе мне эти доспехи нравятся визуально. Единственное, что мне не нравятся вот эти вот какие-то хрени на плечах у него. Так, этот доспех мы не можем продать. Потом мечи. Так. Все. Хорошо. Ладно. Мистическая река. Задание мы выполнили. Теперь нам надо найти горгулий. Ну-ка, погоди. Вот тут вот какие-то вижу это. Ступеньки вниз, ведущие. Как туда попасть? А! Туда, в принципе, несложно попасть. Это же это. Практически самое начало. Там, где на меня напали еще эти. Охотники за головами. Так, здесь мы убивали карпий. А вот и они, родимые. От холеры. Так. Ну-ка, слезай. Вот. Это вот здесь вот. Так, теперь смотрим. Надо вот отсюда заходить. Это надо спуститься вниз. Потом идти сюда. И вот сюда. О, пожалуйста. Я был прав. Как я догадался, я... Сейчас я тут прикончу, пожалуйста. Блин. Арм. Воу. Красиво. Вали! Еще будут, нет? Я как догадался, смотри, да не то открываю. Вот тут вот, чтобы попасть к этим печатям, нам надо было спуститься по лестнице вниз. И я увидел вот эти тоже ступеньки и заподозрил, что здесь тоже такое же место, и оказался прав. Так. Вот. Так, меч убери. Опять медальон. Твою мать, это что за хрень? Тихо. Ты что закрываешься-то? Блин, и что теперь с ним сражаться? Я вообще не готов, а я могу сохраниться? А, игра сохранена, все хорошо. Голем. Твою мать, голем. Но големы, они не сложны обычно. Но здесь тесно. Дай. Ай-я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 й. Сейчас сдохну. Сейчас могу сдохнуть. Ах ты тварь! Раз, два, не жать ничем, палим. А, все, сдох. Твою мать. Вот это вот нежданчик.
рассмотреть. Третья зашифрованная комбинация. Блестящие рыбы тихо умирают на фреске «Поражение громом». Камень стихии, две штуки. Так, тут абсолютно такие же знаки. Я перегружен. Не надо было подбирать камень стихии, да? Ингредиенты. Камень стихии. А где? Вот, 11 штук. Давай, две штуки выбросим. Ну, опять, блин, жалко. Да давай выбросим, насрать. Все, все нормально. Ну чё? Мне эта подсказка, как всегда, ничего не подсказала. Как и в прошлый раз. Придется, короче, экспериментировать, подбирать. Ну давай, короче, против часовой сейчас по кругу будем идти. Если ничего из этого не подойдет, потом мы пойдем по часовой, потом крест-накрест, потом параллельно. В общем... Теперь отсюда начинаем. В общем, комбинаций будет просто куча. Если я здесь надолго застряну, то я вырежу, конечно, все лишнее. Как и в прошлый раз. Так, ладно. Сработало. Отлично. Чертеж перчатки старшей крови. Хорошо. Все. Здесь мы сделали. Осталось еще одно такое место найти, и все, этот заказ закончится, блин. Ну, в смысле, этот квест. Давай смотреть еще какие-нибудь там. Вот есть ступеньки, ведущие вниз. Но сюда как попасть, понятия не имею. Сюда как-нибудь, что ли? Сюда вообще нет никаких... Ну, вот здесь вот есть проход. А как сюда попасть? А вот смотри, тут тоже есть лестница вниз. А сюда как попасть? Вот тут есть проход. Если здесь нет, то здесь есть. Здесь вот Яна Наталис тусуется. Подожди. Я, кажется, здесь был. Если здесь Яна Наталис тусуется, то я здесь был. Так, ну-ка давай. Здесь вот так вот идем. Так, выходим. Вот сюда заходим, да? Я же там этого убивал, как его? Мага. Которого надо было поймать знаком Ирда. Здесь на меня нападали всякие там нехорошие дядьки. Я его преследовал вот. По этому пути. Оп, слышишь? Рычит кто-то. Очень похоже на рычание гаргулей. Чё? Опачки! Троица меня, он, смотри, поджидает. О, тут прям целая катсцена. Ай. Ага. В общем, все нашли, короче. Интересно, сколько их еще?
Да ты чё? Тихо! Все. Так, сохраняемся. Здесь никакие големы нас не поджидают. Медальон дернулся. Так, ясно. Где тупая подсказка, которая нам ничего не подскажет? Вторая зашифрованная комбинация рун. Три полевые мыши пляшут в кругу на закате, звезды как зерна. Ну, поехали. Опять против часовой по кругу. Ай. Короче, я не смог подобрать комбинацию. В общем, миллион вариантов попробовал. Что-то у меня ничего не получилось. В итоге я заглянул в интернет и вот такой вот я хулиган, короче. Ну реально мне надоело, блин. Ну в принципе комбинация несложная. Можно было и подобрать. Но что-то я вот не смог. Древний манускрипт, чертеж, сапоги старших. Хорошо. Все, наконец-то это задание закончилось. Давай подождем до утра. И идем за вознаграждением. Так ближе будет. А слушай, а с Яном Наталисом про Анаис надо бы поговорить, наверное, да? Ты? Ничего. О, а давай-ка поговорим с Кимбольтом. Если он тут, конечно. Посмотрим, как он меня сейчас будет материть. А, тут. Я истратил на тебя достаточно времени. Это пошел ты нахер, короче. Ты? Я избавился от гаргулей. Что нужно, чтобы раскладывать манускрипт? Я избавился от гаргулей. Отлично. Мы сможем исследовать районы, куда они могли попасть прежде. Вот твоя награда. Спасибо. 200 аренов нам дали. Я нашел манускрипт. Интересно. Книга запечатана древней магией. Такими заклинаниями защищают только очень ценные вещи. Это верно. Ты знаешь, как снять заклятие? Для этого нужны кое-какие ингредиенты. Их можно получить из строго определенных чудищ, которые здесь, к сожалению, не водятся. Итак, мне потребуются феромоны королевы Индриак, кровь Накера Воина и мозг Утка-Клюва. А еще яйцо Гарпии, которое можно заменить языком гнильца. Ясно. Я вернусь, когда все соберу. Так. Достать брасу из бан. Арда. Ингредиенты для снятия заклинаний. А, так у меня все ингредиенты есть, оказывается.
Я принес ингредиенты, о которых ты говорил. Невероятно. Давай все мне. Главное, соблюсти пропорции. Готово. А теперь посмотрим, что это за манускрипт. Боги. Что такое? Это инструкция, как выковать легендарный меч Каэрм. Он будет твоим, ведьмак. Ты заслужил это. Выковать такое оружие – большая честь для меня. Спасибо. До встречи. Хорошо. Чё? Он мне выковал меч новый? Нет. Чертёж, что ли? Кэрм. 50-58. Так мой же лучше. Нахер мне этот Кэрм нужен, если мой лучше. Восстановление здоровья плюс 2. Так. Продление действия масел плюс 4. Шанс убийства с одного удара плюс 4%. Я вот не понимаю, что значит плюс 2, плюс 4 и плюс 4%. Тут есть проценты, а есть просто цифры. Короче, ладно. Так. Слушай, а может быть мы эти поделаем? Как его? Перчатки всякие. Я как бы доспех-то хороший, а вот штанцы, например, мне бы не помешали. Классные. Вот, чертеж, сапоги старшей крови. Броня плюс один. Нет, подожди, а где? Нет, а где? Штаны. Сапоги старшей крови. Вот, штаны старшей крови. А. Мне не хватает укрепленной кожи. Надо две штуки. Чертеж, укрепленная кожа. Давай сделаем. У меня закончилось масло. Вот, теперь хватает. Так, теперь сапоги старшей крови. Перчатки Бреттера, броня плюс 3, здоровье плюс 15, снижение урона при блоках плюс 5. Перчатки старшей крови. О, тут броня плюс 2, тут броня плюс 3. Снижение магического урона плюс 15, сопротивление кровотечению плюс 8, сопротивление горению плюс 8, максимальный груз Геральта плюс 15. То есть 15 килограмм мне прибавят, да? Ну, эти перчатки будут повыгоднее, которые старшей крови. Опять не хватает укрепленной кожи. Ну, давай посмотрим, может быть, у нашего товарища продается все это. А, подожди. Компоненты. Чего? Подожди. А, это мои компоненты. Так, компоненты. Железная руда, серебряная руда. Чертеж зериканец. Фуфло всякое. Доспехи. Из Тирналия. 23. Ну, мои получше. Ни хрена не стоят. 2566. Мне даже... чертеж есть для этих доспехов. Так, ладно. Надо искать, короче, либо укрепленную кожу, либо масло.
Сейчас вот у той торговки посмотрим. Так, ну, у нее побольше там масла. Давай все купим. Я перегружен, серьезно? Ой, ты е-мое, а. Что можно выбросить? А. Сейчас штанцы наденем. А эти продадим. Стой, женщина, стой, я тебе сейчас кое-что продам классное. Да какую прическу? Не хочу менять прическу, мне такая нравится. О. Все, теперь хорошо. Локхарт. Невероятно. Кто такой? Как идут дела? Ты очень невнимателен или крайне невоспитан. Я рассчитывал встретить дорогих мне людей, поговорить, вспомнить старые добрые времена. А они отворачиваются или смотрят на меня, как на пустое место. Чародеи не отличаются вежливостью. К сожалению, да. Они вышвырнули меня из Бонарда при первом удобном случае. Видно, мне не стоило поднимать руку на ректора. Они все от меня отвернулись. С меня хватит. Никаких больше гримуаров и амулетов. Не желаю иметь ничего общего с чародеями. Я бы хотел взглянуть на твое добро. Смотри, сколько влезет. Не хочу, говорит, ничего общего иметь с чародеями, но при этом он одет как чародей. Так, я бы сыграл в кости, что у тебя есть на продажу. Тоже ингредиенты всякие. Рецепт гром. Кстати, классная штука гром. По первой части еще помню. Так что давай-ка возьмем. Так. Лес... Ну-ка. Лес Марибора. Что это? Здоровый минус. Не надо мне такой. Яд повешенного. Руна луны. Руна солнца. Эссенция воды. Аметистовая пыль, так. Клепанная кожа. Зелье Рафара Белого. Что дает? Урон минус 30%. Здоровье плюс 50%. Не, такое мне не нравится. Так. Кстати, я хотел бы сыграть в кости. Должен заметить, что против меня у тебя нет шансов. Победи этих магов, тогда и поиграем. Каких магов? Найти в Локмуине игроков в покер и победить их. Каких магов? Не вот этих ли? Варвар. Добрый день. А может этого надо победить? Бонарда? Нет, сначала мы делаем дела. Перчаточки нам надо сделать. Нет, сначала мы делаем укрепленную кожу. Все. Теперь ищем перчатки. А, подожди, нет. Вот. Сапоги. Сапоги надо еще сделать. Так, сапоги старшей крови. Блин. Не хватает кожи. Блин, надо купить кожу теперь. Так, перчаточки, ну-ка. Красиво. Так, что мы еще сделали? Все, что ли? Кожу надо, кожу. Ты кожу продаешь? Да. Гони сюда все.
Так, вот. Все. Сапоги старшей крови. Ну, они хороши, да, они лучше, чем то, что на мне было. А это мы продаем сейчас. Это продаем, это продаем. Хорошо. Теперь давай сыграем в кости. Эй, подожди, блин. Ой, что-то у меня не получилось по максимуму поставить. Так, у него пара, а у меня ни хрена. Так, один есть, два, три, пять, шесть. Вот если было 4-5, было бы классно. Ну давай все перебросим пофигу. По максимуму. О, я выиграл. Я вообще не надеялся, что я победю. А чё? Я же его победил, почему у меня 0 из 5? А, вон же у меня на карте указано, ё-моё. Я уж привык, что здесь мне на карте никакие задания не указывают, а вот же, вот. Вот нам сюда надо идти. Ладно. Как обычно, ничего особенного. Так, зря я здесь пошел, да? Или что? А, ну пойдем здесь, ладно. Угу, все правильно идем. Пошли нахер, птицы гребаные. Сидят, играют. Что еще? Вы в кости играете? Хочешь с нами? Ну давай, кто тут еще играет? А кто здесь еще играет? Двое магов. Только с нами они связываться не хотят. Играют только с мастерами. Но если ты нас победишь, кто знает? А, то есть сначала вас надо победить, потом их, да? Не, ну другой давай попробуем. Раз. Давай сразу попробуем. Вот с этими. Я слушаю тебя. Я бы сыграл в кости. Докажи, что ты играешь достаточно хорошо. Сперва одолей эльфов. Они тут же сидят. Ладно. Сыграем? Блин, надо было сохраниться, ё-моё. Так, у меня чё, у меня только пара. У меня пара, а у него... У него две пары, а у меня пара. Нечестно. Он сейчас победит. Но я рискну, конечно. Хм, сволочь. Ты проиграл! Да что ты? Попробую отыграться. Сыграем? Дади. Давай. О, ни хрена себе бросил кости, блин, дурак. Вот говно.
Ну, я поиграю все равно. Вдруг у меня будет 3 одинаковые. Нет. Пошел нахер. Ты проиграл! Да пошел ты в жопу. Я могу загрузиться и победить тебя, понял? Зайди. Сыграем? Так, Барсем, аккуратно. Так, хорошо, у меня хорошие кости, а у него? У меня лучше. О. Блин, я выиграл меньше, чем проиграл ему. Ладно. Играем? Давай, играем. Так, один. Нет. Этого нет у меня комбинации. Так, а у нее что? Блин. У нее... Я просру сейчас. Конечно, проиграл. Ты проиграл. Мухлюю, конечно, играем. Но что теперь поделаешь? Так, две пары у меня. О, блин, у него опять классная такая комбинация. Твою мать, я даже играть не хочу. Ты проиграл. Пошла в жопу, блин, коза. Так нечестно. Игра. Не надо вылетать кости за пределы. Так, а у меня? Ну-ка. Раз, два. У меня две пары. Давай. Какая-нибудь звездочка выпади. Я не вижу. Да, блин. О, отлично, выиграл. Ты выиграл. Поздравляю. Хорошо. Спасибо за игру. Я слушаю тебя. Я бы сыграл в кости. Ну что, играем? Так, у него и у меня. Угу. Окей. Отлично. Ты выиграл. Все? Победил? С кем теперь можно сыграть? Поиграю с моей ученицей. Она молода, но в игре в кости уже стала мастером. Это она, что ли? Ладно. Да? Я хочу сыграть в кости. Играем? Thank you.
Так, у меня две пары, а у нее... у нее один, два, три, четыре, пять. Она победила. Да? Я выиграла. В следующий раз я так легко не дам. Коза, блин. У нее полный дом, или как это называется? Да. Играем. Давай. Так, что у нее? Хорошо, у нее. У нее вообще ничего. А у меня? У меня есть. У меня есть пара. Тихо. О. Ты заслужил свои деньги. С кем еще можно поиграть? С Локхартом Великолепным. Занятное имя. Как его найти? Он наверняка возле рынка ошивается. Спасибо. Локхарт Великолепный. Ну, пойдем отсюда же. Идите нахер. Столько уродилось. Ладно, буду продать. Так, кстати, я же обещал, что если я пройду... Вот. Так, ну давай меч доставай. Ты чё убрал-то меч, Геральт? Я забыл поменять меч на более мощный. Вот, теперь поменял. Да как обычно, ничего особенного. Я хотел бы сыграть в кости. Сыграем? Так, у меня три однёрочки. А у него две пары. По идее, у меня сейчас лучше. О, выиграл. Так, у просто. У меня еще никто не выигрывал. Ты должен мне деньги. Или товар на ту же цену. Как тебе удобнее? Нет, давай деньги мне. Товар на ту цену не надо. Я выбираю деньги. Вот и все. Ну что, друзья, давайте на этом эту серию закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Это очень сильно помогает развитию канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.